Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. Я решил сегодня продолжить обзор игры Симулятор Мышки. Игра мне понравилась, вам всем понравилась. Просили записать продолжение, поэтому я в долгий ящик не откладываю. У нас новое задание, а именно поспать. Как раз вот моя мышка уже хочет спать. Давайте буквально чуть-чуть пробежимся. И она ляжет вот сейчас отдыхать, да? Или мне нужно в норку вернуться? Я вот этого еще не знаю. Вот, допустим, я возвращаюсь в норку. И что, она спит здесь или нет? Да, вы уснули. Не закрывайте игру во время сна. И квест завершен. У меня уже 7-й, да? Так, скоро будет 8-й. И, как вы говорили, на 10-м уровне я смогу жениться. Так, ладно. Починить гнездо. А как мне его починить? Нужна помощь. А вот где гнездо, нужно починить. Так, гнездо со временем ломается, поэтому ему необходима своевременная починка. Подойдите к гнезду и откройте окно починки. А для этого же, наверное, какие-то ветки нужны там или что-то еще. Давайте я возьму с собой, может, веточку. Хотя гнездо у нас из соломы. Наверное, я возьму солому. Правильно? Взял соломку. И давайте в свое гнездышко. Сначала в свою норку, а потом в гнездышко. Так. Выгружаю. Отлично. Так, и подхожу сюда. Починка. Для починки. В общем, у меня ветка, видите, сено есть. Хорошо, давайте починим. Нужно еще больше веток и сена. Обалдеть. То есть мне получается нужно, скорее всего, еще 3 ветки и 3 сена. Многовато. Так, перекушу пока месть с горя. Хорошо. В принципе, чем больше я кушаю, тем больше у меня уровень, да? Соответственно, кушать нужно много. Только что ты видишь, сразу кушать. Так, беру веточку. Тем более, что вы говорили, если жениться, то моя супруга, а потом и детки будут приносить как бы еду там, всякое такое, да? Это не может не радовать, потому что самому так вот постоянно бегать, таскать все очень даже долго. Но зато интересно. Вот видите, это я обычная мышка, нормально все успеваю, так бегаю, вписываюсь везде. А той, которая была до этого у меня, ну, которую мне дали за покупку этой игры, слишком она быстрая, никуда не вписываясь, приходится по 5 раз пытаться там в норку проскочить или что-то в этом роде. Так, вон еще ветка, вижу, лежит. А, так, попить мне нужно, но это я сейчас сначала починю гнездо, а потом попью. Не люблю незаконченные задания, поэтому сначала гнездо, а потом водопой. Нужно будет как-нибудь потестировать другие эти, ну, других мышек. То есть для этого нужно, конечно, их купить. Ну, возможно, если эта игра будет вам интересна, то я куплю это в будущем. Почему гнездо так быстро ломается? 52%. Вот, 92. Получается, мне еще нужно одну веточку быстренько. И сено. Потому что если я пойду сейчас пить, пока я вернусь, мое гнездо опять разломается, да? Так, можно покушать. Ой, там паук, не хочу я с ним сейчас воевать. Мне все, что нужно, вот. Сено и веточка. Сено уже есть. Так, отлично. Сено. И одну веточку нужно срочно. Очень-очень срочно. Так, нужно забежать куда-нибудь наверх. Здесь по-любому должна быть веточка. Веточка, ау. Ты где? А, нету веточки, слушайте. А, караул. Так, с горя сейчас наемся. Опять сено, сено куча. Слушайте, ну дайте мне веточку одну хотя бы, а. И здесь куча всего. Так, еще перекусить можно.
Я сейчас пока найду веточку, заблужусь. А, вот, вижу веточку, все. Правда, я далеко так забрался в ее поиске. А интересно, когда у меня что-то есть во рту, я могу воевать с кем-то или нет? Я люблю везде воевать, поэтому для меня это самая актуальная проблема, да? Ветка, ветка. О, там тоже ветка была, да? И вот ветка, слушайте. Ну, совсем недавно ее не было. А когда и вот прямо возле гнезда ветка. А я бегал за километр. В общем, по-моему, она только появилась. Так, задний ход, прям как на машине, да? Включается. Так, починка. По идее, должно хватить. Ну что, все отлично. И получен 8-й уровень. А, новый квест. Охота на паука. То есть мне нужно паука прибить. Но первым делом все-таки питье. А, кстати, это карта, да? А, нет, это не карта, это датчик движения. Я по-прежнему не могу запомнить, где моя вода. Ага, вот карта. Вот я, а вот там вода. Вон дом. Кстати, нужно в дом наведаться. Я там еще ни разу не был. Так, по идее, вода там, да? Пока буду идти, можно перекусить. Как не нужно, то куча веток, куча всего. Заодно запомнить, где паук есть. Потом на обратном пути, напившись, прийти ему и набить его мордочку. О, вот и вода, отлично. Утоление жажды. Здорово, ну все, пауки, держитесь. Я вышел на тропу войны. Только теперь, как всегда, паука, наверное, не найду. Все попрячутся. Так, подкрепиться, чтобы с полными силами воевать. Здорово, так. Уже почти полный у меня. Полный живот. Хотя на полный желудок тоже, в принципе, не сильно хорошо воевать. Так. Ну уже, пауки. Опять же, в прошлом обзоре как не нужно было, то пауков везде было валом. Я, по-моему, двоим там навалял. А может... Ух ты! А он дерется? Так, ну вот. Пауки мешают вам наслаждаться жизнью. Пора показать им, кто здесь хозяин. Так, я лучше от этого убегу. А то вдруг он мне покажет, кто здесь хозяин. Я лучше... О, белка. Прикольно, слушайте. Белка, привет. Ты не хочешь со мной подраться? Нет? Ладно, ты не паук, иначе я бы тебе тоже показал, где раки зимуют. Я ж видел паука одного возле домика. Где теперь его искать? О, вот паук, слушайте. Здорово. Что значит на нас напали? Это я напал. Вот так вот тебе, вот так. Вот так. Йоу, ты дышь. Никак с него шкурку снять нельзя. Так, а что за новый квест? А, собрать еды и построить сердце. Что значит построить сердце? А, пора запастись едой. Отнесите необходимое количество еды в нору. 16 еды, это же, блин, издевательство. Это можно полдня ее носить. Ладно. Где наша не пропадала? Я сейчас чуть-чуть подкушаю и как раз подниму уровень, да? Все, еда на максимуме. Мне еще буквально нужно кусочек чего-то съесть. И здравствуй, 9-й уровень. Остался всего лишь один уровень. И потом, как вы мне говорили, еду за меня будут таскать мои жена, там, дети, теща. Пошло-поехало. Так. То он за мной гонится, или просто он так повернулся неудачно? Далеко же я отбежал. Ого. Надеюсь, за мной никто не гонится. Так, ладно, я сейчас... Быстренько натягаю еды, тем более еды здесь вокруг. Но опять же, пока я ее не собираю, он, понятно, теперь паук здесь рядом будет мне мешать. Спать сейчас захочется. Так, 16 еды, ничего себе. Сено.
Гриб, наверное, не считается за еду, правильно? Ну, именно мухомор. Так. Я, наверное, поставлю паузу, когда насобираю кучу еды, тогда продолжу запись. Так будет, наверное, интереснее. Больше видео будет по размеру. О, квест завершен. Почему-то я вроде бы меньше еды принес. Или я так быстро ее носил, что даже не заметил. Так, ладно, какой у нас следующий? Утолить жажду. Как раз я хочу пить, а поэтому побежали. Попьем опять. Так, как раз там буквально еще немного и... будет 10 уровень. Так, как раз походу можно еще раз пауку. О, теперь я на него напал. Видите, нам не написали, что он на нас напали. Так, давайте нам опыт за паука. Сейчас я еще как раз попью. Тоже дадут опыт. И будет 10 уровень. Так, отлично. Бегу на водопой. Кстати, можно еще покушать. Все, здорово. Хорошо, что мышка может лазить везде вообще. Видите, по любой поверхности. А интересно, на дерево она может залезть? Было бы прикольно. А ну-ка, мышка. Ага. Ладно, я сохраню игру. Иду дальше. Странно. Почему при прыжке на дерево нам предложили сохраниться? Вдруг с дерева упаду, разобьюсь? Ладно. Так, ну что, попьем? Попьем. По 5 капель. Ага, вот, видите, пора обзавестись семьей. Местоположение супруги можно увидеть на карте. Найдите супругу в лесу и принесите ей прекрасный цветок. А где мне взять цветок? Квест завершен. И получен новый квест. Завести супругу. Класс. Так. А, вот, видим, тут у нас 4 варианта, да? А интересно, они все разные или как? Где-то здесь бродит моя супруга, да? Вон я вижу цветок. И вот цветок. То есть везде цветок. Ой, блин, кот. Слушайте, я как-то чуть-чуть стремаюсь. Тем более, что у меня не тот скин, с которым лучше воевать с котом. Я лучше обойду все-таки. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Так и я. Пока я с котом не воевал, мне с ним как-то не хочется пересекаться. А интересно, я могу... Опа, а то что было? Что это было? А, то белка, тю. Я думал, тут моя такая будущая супруга большая. О, вот мышка. Потенциальная супруга. Слушайте, давайте я пойду поищу другую какую-то. А смотрите, я вообще другую часть карты прибежал. А тут все равно такая маленькая серенькая мышка. Так, ну давайте все-таки с ней заключим брак. Прикольно. А, итак, с супругой надо общаться. Прогуляйтесь вместе и поднимите своей супруге настроение. За это супруга будет носить ресурсы в дом, пока вы спите. При достижении 20 уровня можно будет завести ребенка. А как ей... что? Так, необходимые ресурсы и условия. 150 еды натягать и 20 уровень. Так, заведите маленького детеныша, вы сможете вырастить его, выкормить, обучить, а затем он будет помогать вам в бою и собирать ресурсы, пока вы спите. То есть я понял, потом мне только надо будет спать, все остальное за меня будут делать моя семья, да? Так, может поспать чуть-чуть, а ну-ка. Ага, нельзя мне спать, место занято. Ладно, как-то я супружескую жизнь себе по-другому представлял. А мне теперь чуть-чуть подкушать. А интересно, цветочки носить нужно постоянно или как? Как и настроение поднимается? Ладно, я сейчас покушаю. Потом принесу ей цветок, да? А ну-ка. Давайте попробую. Так, где она? Здесь. А ну-ка. О, подарок. Видите, настроение у нее улучшилось. Все-таки... Во-первых, гнездо постоянно чинить нужно, оказывается. Обалдеть, это сложно все-таки. Получается, только и делаешь, что бегаешь, чинишь гнездо. А, ладно, я все-таки пока, наверное, лучше
подниму ей максимальное настроение, чтобы когда мне приспичит поспать, она пошла на дело и принесла мне кучу всего интересного. Так, опять пить хочется. Да что ж такое, я только что пил. Ой, задание, а я и не прочитал новое. Охота на паука. Как раз там какой-то бегал залетный возле моего гнездышка. Эй, ты, паук. Получай. Сзади его огрел. Дыщ. Как фиксики говорили. Класс. Так, какое же следующее задание? Утолить жажду. Понятно, я сейчас хотел все-таки еще ветку притянуть в гнездо. А потом побежать на водопой уже. Чтобы можно было починить гнездо. Буду бежать с водопоя, найду цветок, принесу своей любимой супруге. И как раз потом и починю гнездо. Классно я придумал. А, так. Водопой, водопой, ты в той стороне. Надо бы как раз покушать. Для того, чтобы свое здоровье восстановить. Вот тут куча еды у нас. Порядок. Все, еще один плод. И здоровье на максимуме. А сейчас я попью и выполню еще одно задание, получается. И получу 11 уровень. А там недалеко уже до 20-го. Буквально в следующем обзоре уже будет 20-й. Так. Давай попей, моя маленькая. Хорошо. Собрать сено. Ну, нужное задание. Но для начала мне нужен цветок. А где цветок? Так, а что это за колечко? А, настроение. Это я могу типа ее позвать, да? Прикольно. А если я возьму что-то, она тоже возьмет или как? А ну-ка. Допустим, беру я. Давайте я покушаю для начала. Хорошо, ничего не получилось. Беру гриб. Не, она не хочет брать гриб. А, можно ей давать задание, видите, чтобы она покушала. У нее поднимается настроение. Здорово. Можно давать ей задание, чтобы она брала что-то. Нет, не хочет брать. Ладно, кушай, дорогая моя. Давай, давай, трамбуйся. Жалко, что, по-моему, опыт мне не дают, если она кушает, да? Было бы справедливо, если бы опыт нам давали. А ну-ка, я сейчас засеку. Не, опыта вообще не дали. Что буду я сам кушать, раз ты такая. Так, а где же цветочки? Я цветочка почему-то не вижу. Не, нет цветочков. Ведь я сейчас усну. А мне хотелось бы все-таки, чтобы она... О, вот цветочек. И сразу ей дарю его. Вот как хорошо поднялось у меня настроение. Так, а мне нужно сено. Давайте я возьму сено покаместь. И побегу в норку. Там паук. Давайте оббежим. А то я сейчас усну прямо во время битвы. Будет некрасиво перед супругой. Так, вот наша норка. Положил. Кстати, можно отремонтировать свое гнездышко, да? Так, интересно, что же она принесет? А супруга, пока вы спали, семья собрала ресурсы. Что, все по нулям? Нет. 5, 12. 12 еды, 1 сена, 1 ветка.
Ну, нормально, только супруга, смотрите, теперь без настроения совсем, да? Понятно. Квест выполнил. Починить гнездо. Для этого мне нужна будет еще одна ветка. Точно. А может быть даже и больше, потому что пока я вернусь, уже у нас гнездо опять поломается. Ветка, ветка, ветка. Как всегда, сейчас ветку я не найду, да? Обалдеть. А, вот ветка. Потому что чем больше заданий выполняю, тем быстрее достигну 20 уровня. Чтобы завести малыша. Получается постоянно круговорот. То есть только задарил супругу подарками. Уже опять спать охота и так далее. Все. Так, уровень есть. И следующий квест — собрать ветки. Ладно, давайте сначала веток наберу, а потом пойду уже пить. Так, ну, в принципе, у нас тоже уже нужно и обзор завершать. Я, в принципе, уже сегодня и так совершил подвиг. А именно... женился. Не каждый на такое решается. Так, кушай. Почему так у тебя мало настроения поднимается? Кушай опять. А давайте вместе с пауком повоюем. О, можно вдвоем паука бить. Смотрите, класс. Это же здорово. И настроение у него повысилось. Обалдеть. О, а почему новое задание? Утолить жажду. Ладно, побежали. Я не против. Так, кушай, дорогая моя супруга. Я понял, что ты мне еды много приносишь и всего прочего, поэтому нужно, чтобы настроение у тебя было максимально хорошее, да? Белка, белка, лови белку. Давай вместе белку загупаем. Она нас не трогает, мы, в принципе, ее тоже не будем трогать. Так, давай, давай. Жалко, цветки редко попадаются. А интересно, она тоже пить хочет или только я такой водохлеб? А, можно вдвоем, смотрите, видите? И она тоже, чтобы попила. То есть нам в два раза больше опыта, наверное, дали. Итак, следующий квест. А, собрать сено и вырыть туннель. Ого, прикольно. Давайте я все-таки сейчас соберу сено, вырою туннель. А, еще один. А почему они так быстро обновляются? Собрать еды 20 и построить сердце. Мне все-таки предыдущий квест больше нравился. Почему они так быстро меняются? Собрать ветки. А, это цепочка квестов. Их несколько, может быть, да, или как? Это можно отменить, типа, или нет? Да, это можно отменить квест. Появляется новый. Собрать ягоды. Отменяю, допустим. Спровоцировать хищника. О, класс. Ты хищник? Я его спровоцировал или как? Ай, смотрите, он сейчас загрызет. Блин. А-а-а. Слушай, дорогая, текаем. Я, конечно, крутой мышь. Но почему-то... А что, ее съели? А, не, не съели. Блин. Я думал, мою жену съели. Эй! То есть я спровоцировал его. Но теперь мне хана. Ой, еще и кот напал. Слушайте. Блин, как не вовремя. Как не вовремя. А-а-а. Вообще реально не вовремя. Слушайте. Обалдеть. Это ж надо такое невезение. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. В общем, я думаю, все эту песню слышали. Это про меня. Опа, успел. Так, перекусить. Фух, хоть немного, да? Ладно. Мышка,
Все? Никого больше нет. Опять паук? Нет, я хочу. Что это? Охота на пауков. Слушайте, мне хоть немного... Блин. Так, супруга, покушай ты. И я покушаю потом тоже. Скоро уже спать, а настроение у нас как бы не очень еще. Точнее, нормальное, но не до предела. Так, собрать орехи. Давайте еще одно задание получим. Собрать сено. Но это уже более легкое. Сено нужно на починку гнезда и так далее. Так, где еще сено? Вот сено, как раз покушать можно здесь. Давайте сначала себе восстановлю жизнь, а потом уже буду супругу кормить. Хорошо, все, я уже нормально себя чувствую. Сейчас еще выполню задание, и будет вообще замечательно. А, можно еще и так покормить, пока у меня сено. Все, покушала, молодец. Так, ладно. Иду сюда. Сено есть, опыт увеличен. А, получен новый квест. Какой же именно? Опять утолить жажду. Слушайте, мне туда не хочется уже ходить после прошлого раза. Ладно. Так, еще раз покушаю. После этого кормлю супругу уже. Так, так, так. Кушай, дорогая моя. Прости меня за того удава. Я не специально, я не знал, что он такой сильный. Так, побежали. Я хочу еще раз уснуть, для того, чтобы посмотреть, сколько же она принесет мне всего, когда у нее будет хорошее настроение. Надеюсь, она попьет тоже, настроение у нее поднимется. Видите, она так уже почти на максимуме. Так, здорово. Главное там опять этого удава не встретить. Не, ну в принципе у него-то жизни там уже немного осталось, если он не восстановил их. То можно как бы с ним потягаться. Но почему-то мне не хочется этого делать. Так, давай, давай, давай. Быстрее шевелите булками. Ну, вот водичка. Пьем, все вместе пьем. Здорово. И настроение, видите, у нее на максимуме. Поспать. О, классный квест. Как раз то, что я хотел сделать. Только для начала нужно побегать хорошенько, чтобы сон нагулять, да? Можно что-нибудь там принести в дом. Можно покушать. Можно самому теперь тоже покушать. О, мне дали достижение. Счастливая семья. Хорошо. Так, хватай сена. Побежали домой. Как раз пока добегу, чуть-чуть нагуляю себе сон. Вот такие ралли. Ну, когда не нужно, то все-таки сон. А, я ж могу поспать внутри, да? А ну-ка. Могу я поспать здесь или нет? Вот, допустим. А, можно даже улучшить. Да, можно поспать. И смотрите, что же моя супруга мне притащит. И настроение отличное. Еды куча. Ну, я и по две ветки, да? Ну, в принципе, неплохо. То есть, можно мне даже ветки не тягать, а просто иногда так с супругой там дружить. Собрать еды и построить сердце. Так, ну что ж, друзья, ладно. А это задание там или какое-то другое я уже буду, наверное, выполнять в следующем обзоре. На сегодня хватит. И так полчаса уже играю. А если вам нравится эта игра, то поддерживайте ее своими лайками и комментариями. А будет поддержка, скорее выйдет следующий обзор. Потому что вот в прошлый раз игра вам понравилась, поэтому я записываю ее вот так быстро. А не забывайте делиться с друзьями, подписываться и не пропускать наши новинки. Пока-пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней.